Миллионные убытки. Пандемия нанесла удар по бизнесу старшего сына Табакова. Российский бизнес уехавшего во Францию старшего сына Олега Табакова из-за пандемии терпит миллионные убытки. Об этом пишет издание «Утро.ру». Как сообщает издание, 61-летний сын режиссера Антон Табаков недавно переехал во Францию. Перед этим закрыл несколько принадлежавших ему популярных ресторанов в Москве, оставив в столице несколько проектов. Теперь из-за пандемии бизнес сына Табакова терпит миллионные убытки. Так, одна из компаний в 2020 году получила убыток в 947 тысяч рублей. Убытки, специализирующиеся на аренде недвижимости другой компании Табакова-младшего, составили 3,3 миллиона рублей. Третья компания потеряла 327 тысяч рублей. Кроме того, недавно кредитор Антона Табакова через суд взыскал с него 96 тысяч рублей долга.